А вот у вас в вашем сезоне, это же первый мастер-шеф профессионалы, ты видел, я понимаю, что ты в интригах не участвовал, уже так понятно, зрители, а ты видел, что вот там происходят интриги? Да. Интриги есть, было, конечно, да, интриги? Да, интриги были, и, знаете, в этот момент я, наверное, увидела, как в дикой природе, как в дикой природе. Я сейчас обсуждаю, да, как они, как сказать, не совсем нормальный человек, но тем не менее, как в дикой природе происходит выживание. Я могла бы это сравнить, да, потому что я верю, да. Есть сильные особи, а есть слабые особи, которые сильные подавляют, да. Поэтому, наверное, я могу это, смело могу сравнить. Это же, Юля, согласись, что это и в жизни есть, но там просто все это сконцентрировано. Ты там воочию, ты там просто чувствуешь это. Ты там просто это чувствуешь. Как я уже... Это есть в жизни, потому что, ну, в жизни ты приходишь образно там... Да, я думаю, каждый человек сталкивался. На работах же есть, да, банальная работа, да. Ты приходишь, и есть люди, которые... Подсиживают тебя или еще что-то. Ну, либо есть люди, которые, в принципе, ну, по каким-то причинам ты не нравишься этому человеку, да, есть такие вещи. А там, ну, ты можешь прийти домой. Ты пришел домой, ты отдохнул, ты сбросил это с себя, ты пообщался с родными, и все. Здесь другая ситуация, мы же там поживаем. Поэтому вот страсти накаляются. Это я еще иногда очень часто сравнивала, когда мне звонили мои родные, я говорила, что я участвую не в мастер-шеф профессионалы, а вот последний герой. Помните передачу? Да, последний герой. Сейчас я, Юля.